Челябинка обманула семьи с тяжело больными детьми на миллионы рублей. Мошенница организовала финансовую пирамиду с сотнями инвалидов. Аферистка под видом благотворительницы создала в социальных сетях каналы для разных категорий нуждающихся. Желающим предлагали сделать взнос, чтобы якобы получить еще больше денег. Например, кто-то хотел накопить на инвалидную коляску для ребенка с ДЦП. Я хочу развивать вопрос благотворительности очень сильно. Поэтому сумма за обучение вообще как бы 30 мне, да, за мой труд, а 10 тысяч с каждого человека уйдет на благотворительность. Мошенница, которую зовут Любовь, собирала деньги, забирала часть себе, оставшиеся переводила нуждающемуся из другого чата. И так по цепочке. Первые ее участники финансовой пирамиды что-то получили, но потом пирамида рухнула. Все остались ни с чем и даже с долгами. Аферистка, конечно же, осталась в большом плюсе. Она выманила у доверчивых людей десятки миллионов рублей. То есть ей пересылают. Она эти деньги нам пересылает. Мы делаем вклады, она тем пересылает. И вот так вот, туды-сюды. А потом бах, и 16 марта перестала на связь выходить. После заявления о мошенничестве в полицию и прокуратуру Челябинка была задержана. Ранее она пыталась совершить подобное мошенничество в Белгороде.